Мой билет золотой век. Отвечайте. Золотой век – это прежде всего Пушкин, его друг Тюрьмейкер, еще у него друг Олег. Олег – друг Пушкина? Нет. Или да? Нет. Хорошо, какой у вас первый вопрос? Мой первый вопрос – жизнь Пушкина. Ну, расскажите, чем занимался Пушкин? Ну, Пушкин тусовался. Так что ли? Нет, он на балы ходит. Господа, прибыла возлюбленная Пушкина Наталья Гончарова. Просим! Все, уговорили, держите. Ох уж эти нищие. Ой, Наталья, вы так легко настроились с деньгами, как будто у вас не только папенька, но и папи есть, ха-ха-ха. Ах, Кюхельбекер, какая у вас фамилия смешная, хоть скороговорки придумывай. Кюхельбекер на Тубекере уехал в Гильденкирхен, ха-ха-ха. Наталья, душа моя, ведь вы так недурно поете, исполните нам что-нибудь. Вот так песня! Браво! Кюхельбекер, Свербюллер, Украли Женснаутера, Кажет Слаутерне. Господа, Илья! Наталья, разрешите? Конечно. Наталья, вы что, курите? Ну как вам сказать, и да, и пью? Наталья, я вас обожаю. А давайте я, вы и лошадь, так я не успею. Пушкин, просите меня слушать вашего новенького. Хорошо. Господа, послушайте. В твоих глазах черти танцуют самбу, и я уже один без ансамбля сползаю к ногам твоим. Бум, шага-дага, бум, сеньорита, бум, шага-дага. Вы что, совсем сумасшедшие? Я вас выведу. Ну, я перепутал просто. Так, отвечайте на вопрос. С кем конфликтовал Пушкин? Пушкин конфликтовал с Фета. Ух ты, вот это поворот. А так, а вот и я пойду. Фетушка! 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 Тютчев! Нет! Лермонтов! Нет! А кто? Афанасий! Афанасий! Фет! Пушкина читали? Нет! А кого вы читали? Это читал! Любую погоду, сно и метелье, это читал! Вместо прогулки, сно и метелье, это читал! Я дом подпалил, чтобы стало светлее, это читал! Сборник за сборником, в руки ко мне попадал, я счастье рыдал! Наталья, а ты что здесь делаешь? Он жених Натальи, а что он окончен? Пушкин, как вам не стыдно, это дуэль? Восклицательный знак. В смысле? В смысле не вопрос. То есть вы хотите сказать, что Пушкин из-за Гончарова стрелялся с Фетом? Да. Петров, запомните, Пушкин стрелялся с Дантесом. Господа. Я-то знаю, вы просто меня до конца дослушайте. Господа, я долгое время вас обманывал, на самом деле я Дантес. Ладно! Дантес, послушайте, нам нужно что-то решить с Натальей. Так не доставайся же ты никому. Так, это вообще не оттуда. Словно. Молилась ли ты на ночь Гончарова? Так, или вы сейчас же отвечаете, чем закончилась дуэль Пушкина, или я вам ставлю перед Петров, я его...